Всех приветствую, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить о достаточно интересной игре, которая называется «Саша и Даша. Приключения». Она представляет из себя игру 3 в ряд. Что же должны мы в данной игре делать? Все очень просто. У нас имеется 50 уровней, да, в каждом из которых нам дается, допустим, 7, 8, 9 ходов, да, и мы должны за это количество ходов набрать определенное количество очков. Как только мы набираем, мы проходим с вами дальше. Мы можем смотреть, как это 3 в ряд, 4 или 5, в зависимости от того, как у нас совпадет. Сами разработчики планируют сделать какие-то обновления, то есть прибавить более 150 уровней и добавить различные полезные штуки. Уровни различные, они отличаются каждый от друг друга. Игра достаточно прикольная, интересная, тем более она бесплатная. Если, допустим, вы где-то застряли и не можете пройти, то вы можете воспользоваться магией или активировать игрушечную петарду. И если, допустим, также вы смотрите внимательно, да, а не знаете, где там 3 соединить в ряд, то игра подсказывает вам тем, что моргает в том именно месте, где нам нужно соединить их. Вот, прикольная, интересная игра, несмотря на простую графику, да, играть интересно. Ну, реально, я начал в нее играть, мне она понравилась, не знаю, как вам, хотя таких игр достаточно много. Эта игра неплохая, эта игра очень хорошая, поэтому всем без исключения советую в нее сыграть. А с вами был Андроид Андроидыч, всем пока!